Вот хочу тебе снять этот сам вот наш пансионат. Вот это слева VIP-корпус. Это мы будем здесь жить, скорее всего, летом со Стеллой и с Марселем. А это обычный эконом-корпус. Вот такой вот он вечером. И самое главное, Снежаночка, я уже, наверное, сказала, мы одни в пансионате. Мы одни. Вот так вот тут лежит снег. Очень все красиво, конечно. Очень тепло. Абсолютно. Ни дуновения ветерка. Вообще просто как будто погружен. Погружаешься в какое-то вязкое время. Так вот они украшаются в этот старенький пансионатик. История его начинается с 1980-х годов. Я уточню, скажу. Он был построен для работников Сбербанка. Они сюда приезжали на выходные. Летом они плавали в озере. Здесь небольшой номерной фонд. Вот. Но сейчас развернули, сейчас только понастроили еще здесь всего. Он немножко, конечно, теряет свою вот эту первобытность. Вот. Я начала сюда ездить в 2000 году. Первый раз я сюда приехала. Поэтому я очень люблю это место. Еще раз, ребятки, прекрасная кухня. Со всей посудой. Здесь с двух сторон шикарная картина. Вот картина этого озера, когда оно летом. И вот картина перспектива, да? Дорожка такая, очень красиво все нарисовано. Прекрасный, чистый, теплый туалет. В туалете тоже картина. Маленькая раковинка, помыть ручки. Все очень удобно, красивое зеркало. В общем, продумано. Очень баня сделана хорошо, качественно. Значит, в бане такой вот очень красивого цвета горохового диван. Нам дали два халата, вот таких махровых, отличных. Вот, значит, у нас мы проходим. Это предбанничек. Вот сама помывочная. Вот это вот висит кадушка. Очень с ледяной водой. Прекрасно об себя облить. Собственно говоря, сама баня. Сейчас здесь 90 градусов. Вот такая каменка. Прекрасная просто каменка. Все, светильнички, палати большие. Вот, ребята, по ценам хочу сказать, что вот здесь у нас сейчас под 90. По ценам, вот эта баня 2 часа стоит 6000 рублей. Это дороговато, если ты, ну, вдвоем, вот как мы. Ну, собственно говоря, мы за жилье сэкономили. У нас жилье очень дешево. Вот, а если сюда приезжать такой большой честной компанией, да, там 6 человек, допустим, то и доплата 2, и за доплата 2 рубля. Значит. Ой, Маруф унес шашлыки. Значит, вот у нас помидорчики, вот такие казы, это колбаса из конины. Опустилась, конечно, темнота, все тут фонарики. Завтра обязательно снимем днем. Самое главное, что здесь безумно тихо. Безумно тихо. Вот Марувчик жарит шашлыки. Маруф, подашь руку, а то я здесь вижу. Марувчик жарит шашлыки. У нас сегодня баранина. Это называется пистолетики. Баранья лопаточка. Вот такая вот. Костерок. Вот такой замечательный мангал. И вот тепло. Где-то плюс 3. Ой, минус 3. И вот такой вот прекрасный у нас будет сегодня ужин. Да, Маруф, скажи пару слов. Да. Скажи всем приятного аппетита и тебе тоже. Да, Марувчик? Да, всем приятного аппетита. Вот такой этот пансионат. Так он выглядит. Трехэтажное здание с эконом-корпусами. И внизу как бы столовый ресторан. Затем есть такой переход. Соединяет здание. Здесь VIP-номера. Ну, что, VIP-номера, они просто просторнее. А также тут и в экономе, и в ВИПе есть туалет, душевая. Вот такие вот еле, наверное, 50-летние со времен открытия на озере Зеркальном.
пансионата, который называется «Озеро Зеркальное». 70-е годы прошлого века. Был он открыт для работников Сбербанка. Сюда работники Сбербанка приезжали на выходные, на лето. Сейчас это, естественно, все выкуплено, перекуплено. Сейчас этот пансионат принадлежит спортивной команде по баскетболу города Санкт-Петербурга. Называется эта команда «Ленинградка». Теперь это принадлежит этому спортивному клубу. Сюда приезжают баскетболистки. Ну, в любое время, конечно, здесь усиленное питание, отдых, прогулки и, конечно, занятия спортом. Они себе вот по центру леса отгрохали такое тентовое здание, где они, собственно, и тренируются. Команда «Ленинградская». Я сейчас спускаюсь к озеру и беру вас с собой. Я потихонечку, медленно-медленно спускаюсь к озеру. Очень красиво. Вид великолепный. Конечно, никого нет в такую зимнюю пору. Все люди на работе. Конечно, здесь в основном весь наплыв летом. Потому что вот сейчас, где я иду, пляж песчаный очень хороший. И вот впереди сегодня видно остров. Это называется «Остров любви». Местное название – «Остров любви». А также рядом, вот если посмотреть, я сейчас попробую вам показать, рядом маленький остров, который называется «Остров разлуки». Любовь и разлука не ходят одна без другой. Также и острова. Это очень красиво. Сегодня вот впереди такой красивый камень, который является особенностью, большим украшением береговой линии, камень «Разбитое сердце». С него пишут картины, на нем очень любят фотографироваться все приезжающие сюда отдыхающие. Поскольку это озеро ледникового периода, вот такие валуны такие огромные, выходили из-под земли во время перепада большого температур. Вот еще раз такие два островочка. Вот я тоже настроилась, потому что я снимаю для людей. Я снимаю из сказки, из прекрасного места, всего лишь в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Пансионат «Озеро Зеркальное». Пожалуйста. Единственные клиенты мы с Маруфом здесь вот эти дни. Никого нет. Замерзшее озеро впереди. Лес, конечно, воздух, тепло, потому что нет ни ветринки, а вот это вот наша банька, в которой мы парились вчера. Банька сделана из липового бруса целикового, большого. Она вся проложена герметиком, хорошим утеплителем, морозоустойчивым, жароустойчивым. То есть в бане очень тепло, прекрасный пар. Вот баня на дровах. Поэтому и запашок, и все такое. В общем, замечательно проводим время. Можно пожарить шашлычки и погулять. Тропинки расчищаются, посыпаются песочком. То есть ходить великолепно. А мангал просто глаз не отвести. Ребята, вот это зимний питерский с корабельными соснами лес, который не мотает ветер, которые стоят себе под снегом и прекрасно отдыхают. Да, вот въезд на территорию, то есть вот впереди ворота, то есть вот такая еще прогулочная дорога, идешь, мимо тебя лес. Здесь летом тренируются волейболисты. Вот, компашкой, конечно, сюда приехать замечательно, но и в одиночестве здесь побыть тоже приятно. Это вот пансионат сзади как бы, да? Там немножко видно, наша машина единственная, которая приехала, стоит. А вот это раритетный ларёчек. Его оставили когда-то в советские времена. Ну, собственно говоря, когда был построен этот пансионат для работников Сбербанка, построили вот такую кафешку. И здесь продавали кофе и пирожки.
такие вкусные были пирожки, но это было очень давно, к примеру, ну, может быть, это было 25 лет назад. Я была здесь, правда, плохо помню, но пирожки я запомнила. Это было очень давно. И сейчас вот они оставили с налетом, с таким советским послевкусием. Я подхожу к этому ларечку. Я знаю, что Снежанка любит раритетное, как лифт в Сочи, помнишь? Так же и вот этот вот, вот эта кафешка. Вот немножечко пансионат сзади, который расположился в вечно зеленых лесах с корабельными соснами и елью. Иду по этой любимой дорожке. По ней очень хорошо летом кататься на велике. Просто ходить. Она ведет, эта тропинка ведет в лес. То есть выходишь за ворота и сразу напротив лес, где летом очень много ягод и грибов. Черники много, грибов много. В июле нужно приезжать летом. И если вот пройти по лесу километр два, будет очень хорошее торфяное озеро. Оно называется Банное вроде бы. Вот. Но в нем искупаться, говорят, что искупаешься и похорошеешь, и помолодеешь на много лет. Такая молодильная вода, там она торфяная. Наверное, оказывает, конечно, влияние какое-то для кожи. Такие красивые елки. Да, конечно, это релакс прекрасный. Знаешь, психотерапия. Психотерапия лесом, одиночеством, белым снегом. Вам гарантировано в пансионате озеро Зеркальное.